он подал документы на то, чтобы его утвердили. Но я общался и с предпринимателями, и с профсоюзом предпринимателей. Никто этого не хочет, чтобы оставалась такая система, как была раньше. Мы хотим, вот как правильно написано, мы хотим честно платить налоги, а не в карман налогов. Вот, в общем-то, собственно, наше основное требование. Мы хотим жить честно, честно платить налоги. А копиться не устраивает предпринимателя. Вот, в общем-то, все в двух словах я хотел сказать. Еще общался я вчера с руководством профсоюза предпринимателей. И мне рассказали вполне конкретный факт, что в Березанском районе председатель налоговой администрации, как они сейчас называются, лично ездил по базам, лично раздавал там эти налоговые обязательства, чтобы люди платили деньги на перевод. Кто не заплатил, тех замучили проверкой. Конкретно интерсили проверками вот эти все выходные. Такие методы, скажем так, это уже не наши методы. Не для того народ стоял на Майдане, не для того была у нас революция достоинства, чтобы каждый начальничек делал из себя, не знаю, какого-то купа земли, что ли, и распоряжался судьбами, имуществом других людей. Если у кого-то есть что сказать для всех, то, пожалуйста, то, что вы хотите, рассказывайте.